Жвачка. Ельшанскому что-то явно не нравится здесь. Смотрим, что будет делать. Ельшанский опять на Меликана, опять первую. Да, уже понятно, что будут делать. Фол девятому номеру. Мирон Лебедев получил фол за отталкивание соперника локтем. Такой термин хоккейный я. Обозначение фола. Ой, как шикарно. Дрим шейк в исполнении малыша. 2 очка, счет 5-2 за 3 минуты отыгранные в первой четверти. Чиж, проход, не будет прохода. Меликян. Ельшанский, малышу, малыш. Джампшот средний. Штраф, Меликян подбор, Меликян 2 очка. Вы слышите, что включился в игру Эмин Антонян. Берловицкий. Проход. Ой, малыш стоя горшок поставил. Вы слышите, как хлопают Левцов, Зорин, Егоров, Антонян, Чижов. С 10, наверное, метров мимо. Ну, понятно, время владения исходило. Поэтому пришлось бросать, надеясь на то, что мяч каким-то чудесным образом попадет. Ельшанский, Меликян, против него Чиж. Вано. Будет обыгрывать, нет, треха через руки Цыганова. Мимо было видно, подбор Чиж. Сам выводит. Скидка на Цыганова наверх. Цыганов вниз на Лебедева. Лебедев против малыша. Мяч ходит от Вано Грищенко. Заметьте, как по первым минутам Вано успевает смещаться к центровому, в данном случае к скрину. Треха от Верловицкого. Мимо, подбор Меликян. Пошел, пошел, пошел. Скидка на Ельшанского, опять же на Меликяна. Меликян тизер, как говорят у нас. Ля бомба, как говорят в Испании. Грищенко. На Меликяна. Меликян в проход. Мяч уходит от ноги, да. Видимо, от большого количества возможностей развития атаки мяч ударился Меликяну в ногу. Цыганов просит комбинацию голову. Видимо, по старым нашим традициям, это заслон от центрового. Ой, какой великолепный проход от Цыганова. В предыдущем матче, напомню, что 2 недели назад я комментировал матч Деланд-Марка и отмечал очень высокую скорость развития атаки в исполнении Цыганова. Так как сейчас на площадке потенциально 2 разыгрывающих, это Цыганов и Филяшкин, мне кажется, что Сергей немножко в тени молодого и очень уверенного 11 номера Адалана. Напомню, что Филяшкин в прошлом году был назван лучшим защитником лиги. Ну, промазал бонусный штрафной. Цыганов заказывает первый. Меликян. Напомню, что должен быть Курашкин. Ай-яй-яй. Хорошо, хорошо, Верловицкий. Отлично. Филяшкин. Скидка на Верловицкого. Проход. Тут нам мешают обзор за подбором и скрин. Левцов первого номера. Напомню, что в предыдущей атаке он вышел на замену. Вот, обратите внимание, медицинскую помощь оказывает Ване Грищенко. Что-то у него с локтем. Видимо, расцарапали руку или просто разбили, что хуже, конечно. Левцов, проход, скидка наверх. Ай-яй-яй. Ну что, Чиж сверху? Нет, немножко. О, да. Да, мне сложно говорить что-то по этому эпизоду. Вы сами, во-первых, все слышали. Во-вторых, я воздержусь от комментариев. Выписали фол нападения Верловицкому. Цыганов чуть было не перехватил мяч у Левцова. Меликян. Смотрим.
Меликян. Низ, неудачный пас на Малыша, однако Лебедев тоже не сумел, как говорят на Украине, прибарковать этот мяч. Меликян выносит, а вот на площадке появляется великий и ужасный Алексей Зорин. Зорро из бэк. Малыш наверху, будет скидка вниз на Зорро. Зорро, да, конечно. Толчок сразу в первой же атаке. Верловец. Что происходит, ребят? Понятно, зачем это все нужно. Ой, чуть было перехват. А, вот он перехват. Филяшкин один на двоих. Двойное видение мне показалось. Чижов. Какие-то пируэты великолепные. Пас на Верловицкого. 2 очка. 6-7. Очень нерезультативная четверть. Очень нерезультативная. Гельшанский заслон от Зорина. Зорин сразу в провал вниз. Гельшанский треха мимо. Было видно. Инскрин подбор мимо. От Лебедева мяч уходит за лицевую. Следовательно, будет водить мяч московский. Смотрим. Замена. Непонятно, как от скрипа кроссовков я не услышал свиста судьи. На площадке Курашкин вместо Искрина. Курашкин в позиции. Зорин разворот. 2 очка мимо. Подборы. Зорин. Что там? Курашкин. Непонятно, какая борьба. Мяч Меликян.